Дорогие жители Тверской области, сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот светлый, любимый всеми праздник наполняет наши сердца радостью, вдохновляет на благие дела и объединяет вокруг традиционных ценностей нашего народа. Православная вера, единство и патриотизм на протяжении многих столетий помогают гражданам России жить одной судьбой с нашей Родиной. Сегодня Русская Православная Церковь вносит неоценимый вклад в поддержку наших воинов, в сохранение нашей исторической памяти и национальной идентичности, традиции большой и крепкой семьи, воспитывает нас в трудолюбии на благо Отечества. Пусть Рождество Христово принесет в каждый дом радость и добрые надежды, подарит любовь и красоту. С праздником, с Рождеством Христовым!